Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Ну вот, мне установили стол в комнате. Старый письменный стол. В принципе, он не нужен в комнате. Мне поставили сюда. У меня даже есть лампочка. Лампочка вот управляется нажатием руки, так, вернее, от жестов. Светлее, еще светлее и еще ярче. Вот так. Села я разбираться сегодня с машинкой. Так, ну что могу сказать? Немножко я уже даже построчила. Машинка 6180, по-моему, Сингер. У нее 80 операций. Вот. Ну, я думала, что есть функция оверлога. Нет. Будем по привычке пользоваться зигзагом. Все строчечки ровненькие идут. Все аккуратненько. Она не такая шумная машинка. Сейчас попробуем. Настраивается электронно. Здесь десятки. Так. Что сейчас попробуем? Так, давайте 47 выберем. Какие-то такие штучки. Здесь единицы. 47. Так, здесь у нас ширина стежка идет вот этими. Здесь... А здесь еще не разобралась, что. Видишь, шума почти нет. Но единственное, что у меня нитки белые и белая ткань. Будет видно или не будет видно. Все время мечтала сделать мальчишкам и девчонкам вышитые рубашки, национальные костюмы. Теперь, я думаю, у меня это получится. Совсем не сложно. Ну вот. И с этой стороны тоже хорошо получается. Возможности получается ее вот чего только нет. Раз, два, три, шесть петель, шесть видов петель только. 79 операций. Сколько? 79. 79. 80 получается. 79 операций. Ну, 79 циферка стоит последняя, а впереди стоит 2 ноля. Получается 80 операций. Вот, ну пусть для тебя 79, для меня 80. Здесь он вышивается какими-то бантиками, цветочками, тут цветочками. Ну, в общем, очень много всего. Сегодня я буду девчонкам шить. Блузочки мне надо. Ну, костюмы, чтобы записать небольшое видео. Поэтому сегодня мы пробуем. Ну, здесь есть своя подсветка. Ну, дополнительно вот еще лампочка у меня будет. Посмотрела по обзорам эти машинки. Очень хороший вариант, оказывается. Она механика электронная получается. Поэтому отзывы хорошие. Моя прелесть. Всё. Вчера я шила блузочки, вот, которая машинку пробовала. Буквально. Да, недолго все это занималось. Нам сегодня они нужны были.